средства Докри от выпадения волос, все плюсы и минусы. Многие сталкиваются с проблемой излишнего выпадения волос. Лосьоны фирмы Докри от выпадения волос помогут справиться с ней легко и быстро при правильном использовании. Эти средства почти не имеют минусов и противопоказаний. Концентрированный состав содержит много активных компонентов и запатентованный комплекс. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. А компания Дерматологическая лаборатория Докри разрабатывает и изготавливает лечебную косметику для устранения различных проблем с кожей тела, лица, головы и волосами. Упор делается на средства для шевелюры, головы. Эти шампуни лидируют среди всех аптечных средств, направленных на уход за волосяным покровом. Вся косметика разрабатывается с участием врачей-дерматологов научного центра компании Pierre Fabre. Клинические и фармакологические исследования подтверждают эффективность и гипоаллергенность косметических средств Докри. Эффект от применения лосьона для кожи головы Докри применяется при алопеции, хроническом выпадении растительности. Подходят для использования после стрессов и переутомления, нервного напряжения, смены климата. Состав главный компонент в лосьонах неоптит и креастим, тетрапептид. Неоптит содержит никотинамид, экстракты рускуса и артемии, неоруцин комплекс CP4G. Креастим содержит витамины 5, 6, 8, биотин, креатин. Анастим содержит никотин и токоферола, очищенный неоруцин, биотин, комплекс CP4G. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Цена продукции фирмы Докри можно приобрести в интернете или в аптеках. Цена лосьона неоптит на разных сайтах от 3349 до 3085 €. В аптеках от 3440 до 3587 €. Цена лосьона креастим на разных сайтах от 2711 до 2798 €. В аптеках от 3107 до 3312 €. Цена лосьона Анастим 2700 €. Разновидности у производителя есть три разных лосьона. Они отличаются составом и направленностью. Докри неоптит этот лосьон показан при хроническом выпадении шевелюры у женщин. Средство действует на волосяные луковицы в период роста волоса. Свойство тетрапептид способствует быстрому делению клеток. За счет этого увеличивается время активного роста волоса. Этот компонент улучшает микроциркуляцию кожи головы, что приводит к ускорению роста волосяного стержня. Другие активные компоненты улучшают обменные процессы в районе волосяных фолликулов. Количество выпадающих волос уменьшается, оставшиеся становятся плотнее. У данного средства легкая текстура, которая не жирнит волосы. Применение распылить 1 мл лосьона, 12 нажатий на чистую сухую кожу головы один раз в день. Сделать массаж для лучшего впитывания. Мыть голову можно не раньше, чем через 12 часов после нанесения. Одной упаковки Докри неоптит хватает на 3 месяца, этого времени достаточно для одного курса. Докри Анастим данное средство используют при реакционном выпадении кудрей, нервное перенапряжение, роды, переутомление, смена времени года или переезд в другую климатическую зону. Свойства активные компоненты улучшают микроциркуляцию кожи головы, способствуют выработке кератина, помогают улучшению работы волосяных луковиц, замедляет выпадение волос, содействует их укреплению, улучшает обменные процессы на клеточном уровне. Применение один флакон рассчитан на 3 раза. Нанести на кожу головы массажными движениями 3 раза в неделю, не смывать. В упаковке 8 флаконов хватит на курс 2 месяца. Докри Креастим лосьон разработан для женщин после рождения ребенка и во время грудного вскармливания после стрессовых ситуаций. Свойство совместная работа креатина и тетрапептида питает волосяные фолликулы, что приводит к улучшению состояния шевелюры, уплотняет ее и наполняет жизненной силой. Активные компоненты ускоряют деление стволовых клеток. Гипоаллергенное средство подойдет для самой чувствительной головы. Увеличивает объем кудрей. Применение 3 раза в неделю наносить средство на чистую сухую кожу головы. Необходимо 10 нажатий. Смывать можно не раньше, чем через 2 часа. Количество средства в одной упаковке Докри Креастим рассчитано на один курс лечения в течение 2 месяца. Правила применения. Общие советы по использованию лосьонов Докри. Копну разделять поочередно на небольшие пряди. Средство наносить на сухую и чистую кожу голов.
Для лучшего эффекта массировать несколько минут. Не смывать в течение нескольких часов. Плюсы и минусы. К положительным сторонам использования средства Дюкрей можно отнести: выпадение, уменьшается плотность. Увеличивается, улучшается состояние и внешний вид волос, результат заметен после одного месяца применения. К отрицательным сторонам можно отнести: высокая цена, в некоторых случаях голова быстрее загрязняется. Эффект заметен уже после первого месяца использования. Минимальный курс лечения – 2-3 месяца. Между курсами делается перерыв на 1-2 месяца. Закрепление результата средства производителя Дюкрей действенны, они стоят своих денег. Но недостаточно лечить выпадение волос только снаружи. В перерывах между курсами лосьона стоит пропить комплекс витаминов. Необходимо наладить режим питания, употребляя больше белковых продуктов. Белок является строительным материалом волоса. Следует купить специальный шампунь против выпадения волос, например, Дюкрей Анафас. Лосьон Анастим рекомендует использовать вместе с этим шампунем. Меры предосторожности не использовать детям и подросткам. Нельзя вдыхать во время распыления и в течение получаса после проветрить комнату. Не употреблять внутрь, избегать попадания в глаза. Важен комплексный подход к лечению алопеции. Все действия нужно выполнять регулярно и в соответствии с инструкцией, чтобы воздействие лосьона оказалось эффективным. Полезное видео, как убрать залысину за 3 месяца. А компания «Дерматологическая лаборатория Дюкрей» разрабатывает и изготавливает лечебную косметику для устранения различных проблем с кожей тела, лица, головы и волосами. Упор делается на средства для шевелюры, головы. Эти шампуни лидируют среди всех аптечных средств, направленных на уход за волосяным покровом. Вся косметика разрабатывается с участием врачей-дерматологов научного центра компании «Пьер Фабр». Клинические и фармакологические исследования подтверждают эффективность и гипоаллергенность косметических средств Дюкрей. Эффект от применения лосьона для кожи головы Дюкрей применяется при алопеции, хроническом выпадении растительности. Подходят для использования после стрессов и переутомления, нервного напряжения, смены климата. Состав главный компонент в лосьонах неоптит и креастим, тетрапептид. Неоптит содержит никотинамид, экстракты рускуса и артемии, неоруцин, комплекс CP4G. Креастим содержит витамины 5, 6, 8, биотин, креатин. Анастим содержит никотина, токоферола, очищенный неоруцин, биотин, комплекс CP4G. Цена продукцию фирмы Дюкрей можно приобрести в интернете или в аптеках. Цена лосьона неоптит на разных сайтах от 3349 до 3085 р. В аптеках от 3440 до 3587 р. Цена лосьона креастим на разных сайтах от 2711 до 2798 р. В аптеках от 3107 до 3312 р. Цена лосьона Анастим 2700 р. Разновидности у производителя есть три разных лосьона. Они отличаются составом и направленностью. Дюкрей неоптит. Этот лосьон показан при хроническом выпадении шевелюры у женщин. Средство действует на волосяные луковицы в период роста волоса. Свойство тетрапептид способствует быстрому делению клеток. За счет этого увеличивается время активного роста волоса. Этот компонент улучшает микроциркуляцию кожи головы, что приводит к ускорению роста волосяного стержня. Другие активные компоненты улучшают обменные процессы в районе волосяных фолликулов. Количество выпадающих волос уменьшается, оставшиеся становятся плотнее. У данного средства легкая текстура, которая не жирнит волосы. Применение: распылить 1 мл лосьона, 12 нажатий на чистую сухую кожу головы один раз в день. Сделать массаж для лучшего впитывания. Мыть голову можно не раньше, чем через 12 часов после нанесения. Одной упаковки Дюкрей Неоптайд хватает на 3 месяца, этого времени достаточно для одного курса. Дюкрей Анастим. Данное средство используют при реакционном выпадении кудрей, нервное перенапряжение, роды, переутомление, смена времени года или переезд в другую климатическую зону. Свойства: активные компоненты улучшают микроциркуляцию кожи головы, способствуют выработке кератина, помогают улучшению работы волосяных луковиц, замедляет выпадение волос, содействует их укреплению, улучшает обменные процессы на клеточном уровне. Применение: один флакон рассчитан на 3 раза. Нанести на кожу головы массажными движениями 3 раза в неделю, не смывать.
В упаковке 8 флаконов хватит на курс 2 месяца. Декри Креастим лосьон разработан для женщин после рождения ребенка и во время грудного вскармливания после стрессовых ситуаций. Свойство совместная работа креатина и тетрапептида питает волосяные фолликулы, что приводит к улучшению состояния шевелюры, уплотняет ее и наполняет жизненной силой. Активные компоненты ускоряют деление стволовых клеток. Гипоаллергенное средство подойдет для самой чувствительной головы. Увеличивает объем кудрей. Применение 3 раза в неделю наносить средство на чистую сухую кожу головы. Необходимо 10 нажатий. Смывать можно не раньше, чем через 2 часа. Количество средства в одной упаковке Декри Креастим рассчитано на один курс лечения в течение 2 месяцев. Правила применения. Общие советы по использованию лосьонов Декри: копну разделять поочередно на небольшие пряди. Средство наносить на сухую чистую кожу голов. Для лучшего эффекта массировать несколько минут. Не смывать в течение нескольких часов. Плюсы и минусы. К положительным сторонам использования средства Декри можно отнести: выпадение уменьшается, плотность увеличивается. Улучшается состояние и внешний вид волос, результат заметен после 1 месяца применения. К отрицательным сторонам можно отнести: высокая цена, в некоторых случаях голова быстрее загрязняется. Эффект заметен уже после 1 месяца использования. Минимальный курс лечения – 2-3 месяца. Между курсами делается перерыв на 1-2 месяца. Закрепление результата средства производителя Декри действенные, они стоят своих денег. Но недостаточно лечить выпадение волос только снаружи. В перерывах между курсами лосьона стоит пропить комплекс витаминов. Необходимо наладить режим питания, употребляя больше белковых продуктов. Белок является строительным материалом волоса. Следует купить специальный шампунь против выпадения волос, например, Декри Анафас. Лосьон Анастим рекомендует использовать вместе с этим шампунем. Меры предосторожности: не использовать детям и подросткам. Нельзя вдыхать во время распыления и в течение получаса после проветрить комнату. Не употреблять внутрь, избегать попадания в глаза. Важен комплексный подход к лечению алопеции. Все действия нужно выполнять регулярно и в соответствии с инструкцией, чтобы воздействие лосьона оказалось эффективным. Полезное видео лосьон от выпадения волос. Как убрать залысину за 3 месяца.